Российский энергетический форум стартовал сегодня в Уфе. В тематических секциях принимают участие почти 200 экспертов из 13 городов России. Основная цель форума – достигнуть поставленной президентом страны задачи по достижению углеродной нейтральности экономики к 2060 году, то есть снизить до нуля выбросы парниковых газов. Как будут решаться задачи в отрасли, расскажет Светлана Назирова. Российский энергетический форум, который стартовал сегодня в Уфе, запомнится не только деловыми переговорами. На открытии мероприятия состоялся пуск электрозаправочных станций. Мощность станции составляет 60 киловатт. Владельцы электромобилей могут зарядить свое транспортное средство за 20 минут. Электростанции работают бесплатно на набережной реки Белой и бульваре Ибрагимова. Участники форума подчеркнули, что в Башкортостане намерены развивать электротранспорт, а также возобновляемые источники энергии. У нас динамично развивается альтернативная энергетика. Мощность солнечных электростанций уже вышла на отметку 84 мегаватта. Мы также делаем акцент на ветроэнергетику. У группы компании «Интерао» здесь есть свой ветропарк. И все это составные части большой системной работы по поэтапной декарбонизации экономики. Форум в этом году посвящен 90-летию энергетической системы Башкортостана. Основным мероприятием стало пленарное заседание. На повестке были вопросы цифровизации отрасли, решения по внедрению энергосберегающих технологий. Основная задача – реализация утвержденной правительством России стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. Энергоэффективность в энергетике России, по мнению президента Ассоциации инновационных технологий, находится на низком уровне. Примерно в 50%, да, ниже, чем вот самые, так сказать, скромные стандарты Европы, ну и теперь уже не только Европы, а, к сожалению, уже и во многом Азии. За счет чего эти потери происходят? Значит, большая часть происходит не в энергетике, кстати. Большая часть происходит в смежных отраслях, но связанных с энергетикой. Таких, как, например, ЖКХ и обслуживание, собственно говоря, всего комплекса строений, как жилых, так и нежилых. На пленарном заседании состоялось подписание соглашения между правительством Башкортостана и Башкирской электросетевой компанией о реализации совместных проектов. На форуме также работает выставка, посетители которой могут ознакомиться с образцами электромобилей. 20% участников представляют свою продукцию в Башкортостане впервые. Энергетический форум продлится до 18 ноября.